Всем привет! Я Олечка, а вы на канале «На даче жить». И сегодня я расскажу, что Метабо меня очень сильно подвел по качеству. Если ты находишься в Москве и мечтаешь о натяжных потолках, то доверься компании «Базар потолков» и ее бравым ребятам. Они сэкономят твои силы и время, качественно и быстро завершат ремонт, поставив натяжные потолки. На сайте как раз идет довольно интересная акция, и ты еще успеешь заказать себе потолки на выгодных условиях. Ссылочка в описании. Как я и обещала, никогда не буду скрывать плохое, если оно есть, обязательно расскажу. И вот я уже полгода пользуюсь Метабо, причем активно, и пришло время рассказать об их косяках. Начну я с шуруповертов. 18-вольтовый сломался уже через пару недель, во время строительства будки Земсу. У него двигатель перестал держать нагрузку. Я сдала его по гарантии, мне его делали 45 дней, максимально возможный срок. Стоит он 10-11 тысяч, а дефекты все равно остались. Даже на самой большой мощности я могу его остановить рукой. Пошел дымок с запахом пластмассы, защита не срабатывает. Сделано в Китае. Не исключаю, что партия бракованная попалась. А мне нравится серия 10.8, я считаю ее вполне достаточной для 70% случаев. Компактный, легкий, удобный и мощный. Но этот шурик тоже сломался. У него есть ударный режим, который перестал выключаться. И при усилии срабатывает каждый раз. Это мешает при закручивании саморезов и тем более при сверлении. Посмотрите сами. Тоже сделано в Китае, придется сдавать по гарантии, стоил около 6000 в Леруа. Лучше брать такой же шуруповерт без удара с функцией Quick, тогда эта часть снимается и он становится еще более компактным. Я обязательно куплю себе такой. Болгарка. Вещь классная, работает хорошо, удобная, правда тяжеловато, но мощная. У этой болгарки, чтобы настроить скорость, надо попотеть. Не знаю, может чем-то забилось, в общем это особо не мешает, но неприятно. Я могу переключать скорости только саморезом, при условии, что у меня еще есть ногти, причем она сделана в Германии. Циркулярная пила тоже хорошо работает и в целом я ее довольна, сделана она в Китае. Но вот сломалась регулировка, по сути я ей особо даже нагрузки не давала, шестеренка стерлась за раз. Там мягкий пластик, а за счет того, что усики короткие и цепляют шестеренку только сверху, она так и стерлась. В целом работает только если туго затянуть шуруповертом, иначе проскальзывает. Ловзик. Удобный, легкий, хорошо регулировать обороты, но жесткий косяк. Чтобы им ровно пилить, надо контролировать рез, потому что пилка загибается. Даже видно, как от этого пластик стерся. С двух сторон. Я слышала, что у многих ловзиков такая проблема. В общем, она не пилит по этой черной отметке. Сделано в Китае. С пылесосом же все шикарно. Махина тоже не подводит. Миксер очень крутой, но дорогой. Перфораторы тоже исправно работают, а от сабельной пилы я вообще в восторге. По-моему, в каждом ролике она есть. Делаем выводы по Метабо. Конечно, шуруповерты меня очень сильно расстроили, но тем не менее, независимо от других мелких косяков, инструмент мне нравится. И предавать Метабо я не собираюсь. Надеюсь, что сами производители услышат, увидят это видео и исправят те косяки, которые я обнаружила. Возможно, они связаны с тем, что производитель Made in China. Через годик я обязательно протестирую заново этот инструмент и посмотрим, какой будет результат. Но тем не менее, бренду я останусь верна. Будьте и вы верны выбранному себе бренду, ведь родители бывают не самые идеальные, но зато любимые. А теперь конкурс! И сегодня в конкурсе будет участвовать три подарка. Первый – это шуруповерт от компании Miramol. Это магазин стройматериалов в Москве. Шуруповерт Зубр, 18-вольтовый, 1,5 ампер-часа, 5 лет гарантии, между прочим. Выпросила его специально для вас. У него два аккумулятора. Он достаточно легкий. Есть индикатор батареи.
фонарик. Он очень мощный, руками его не остановить. Я пробовала, было больно. Кстати, он будет участвовать в моем тесте шуруповертов. Второй подарочек – это лазерный уровень. Трехосевой. Также мне понравилось, что у него есть удобная сумочка для хранения и переноса. Еще он может работать как от батареек, так и от сети. Это лазерный уровень от бренда Denzel. В прошлом видео я делала обзор генератора Denzel. Посмотрите его обязательно, ссылочка вот здесь. И третье — это ключ Gross. Маленький, компактный, но зато берет диаметр 32 мм. Пролезет в самые труднодоступные места. Условия конкурса будут просты, как вы и просили. Нужно будет сделать репост этого видео. Репост сделать очень просто. Есть два варианта. Либо вы копируете ссылку, которая у вас есть вверху в строке, либо есть кнопочка внизу под видео «Поделиться» и делитесь этой записью у себя на стене. При этом пишите хэштег либо «Мирамол», либо «Хочу Gross», либо «Хочу Denzel». Как правильно пишутся эти хэштеги, будет прописано в описании. Делайте все правильно, и тогда через неделю, возможно, именно ты станешь победителем. Победителя буду выбирать в случайном порядке, в четверг. Еще раз хочу напомнить, что делая рекламу, во-первых, я всегда выпрашиваю для вас подарочки, а во-вторых, рекламу делать мне приходится, чтобы прокормить канал. Иначе я не смогу делать для вас прикольные видосы и обзорки, тесты. Поэтому участвуйте в конкурсах и побеждайте. Но хочу сразу сказать, что заложником рекламодателя я никогда не буду. Если будут какие-то минусы, я о них обязательно расскажу. Также, если ты знаешь о каких-то дополнительных минусах использования какого-либо инструмента или товара, пиши об этом в комментариях на литературном языке. За маты пошлости нещадно баню, а комментарии читаю все. Так что давайте жить дружно. Пока-пока. И делитесь этой записью ВКонтакте у себя на спине. У себя на стене. На спине. Поставлю 18-ю мощность, у меня на 20-й прокручивалась. Ой, мощный.